Всем привет на канале, на нашем канале, в гости к Жене и Сергею. Ребят, сегодняшний видеоролик, я снова в саду. Хотелось бы с вами поделиться невероятной красотой. Цветет это растение вообще огромными-огромными шапками. Конечно, сейчас оно не в полной силе, но это почвопокровники. Давайте пройдемся по моему саду, проведу, сделаю для вас экскурсию, расскажу и покажу. Ну что, поехали. Ну что, наверное, начну вот отсюда. У нас немножко прошел дождь, конечно, всю эту красоту цветочки немножко подприкрылись. Вот, посмотрите, какая красота. Почвопокровник называется мельянник. Смотрите, у него разновидность, он и фиолетовый, вот сейчас он розовый, не знаю, как камера передает или нет этот цвет. Еще есть у меня голубой и белый. Ну, давайте немножечко свое внимание заострим вот на этой красоте. Смотрите, сейчас приподниму шапку, мокрая. Вот таким вот мхом он растет, образует вот такую красивую шляпу. Перезимовывает он отлично, то есть цветочки сбрасывает, а остается зеленая шапочка, ее накрывает снегом, то есть его на зиму не срезают. Вот немножечко в этом году уже рассадила, вот малюсенький. Ну и далее пойдем, вот моя любимая каменоломочка, посмотрите, какая красота, тоже образует большую шапку за счет цветочков. Сама по себе ботва у нее небольшая, но вот высота, такие розовенькие, высота цветочков где-то сантиметров, я думаю, 5-7. Тоже перезимовывают неплохо. Покупала я у себя на районе, на своем рынке. Вот белый у меня еще есть. Сейчас далее пройдем по саду, я вам покажу белую каменоломочку. Есть еще вот такой тоже почвопокровник под названием каменная роза. Ребят, я ее не специально не покупала. Она у меня попала совершенно случайно с покупкой какого-то другого цветочка. Но вот она у меня как-то так сама по себе на дорожке приземлилась. Ну, я ее не убираю, как бы вроде ничего. Смотрится симпатично. В одном месте соцветия у нее крупные, в виде розочки. Ну и она и без цветочков тоже, посмотрите, какая красотулька. Дальше мельянчик вот в том году посадила, то есть сажается он особенно в такую сырую, в пасмурную погоду очень даже ничего. Ну а при жаре вот, посмотрите, какая красота. Вот так это все выглядит. Вот этому почвопокровнику, да, в этом году будет третье лето. А эти вот я просадила малюсенькие в том году. И вот немножечко дождя они прикрылись. И пока еще они полностью не расцвели. Ну, когда расцветут, это будет, конечно, сейчас они вот-вот уже скоро должны. Будет очень даже ничего, когда полностью весь объем откроются, все цветочки, будет, конечно, очень красиво. Ну что, вот такие почвопокровники, незабудки. Смотрите, очень смотрится шикарно. Ботва у них, конечно, повыше, я так думаю, сантиметров 10 тоже образуют. Смотрите, какая красота, после дождичка все оживилось. Образует вот такую красивую полянку. Ну, смотрится как-то неплохо. Мне нравится. Тоже покупала на рынке маленький-маленький росточек. И вот она у меня второй год вот таким образом расплелась. Далее. Пойдемте, я вам. Вот он. Мальянчик. С той стороны сада я вам его показывала.
после дождя немножко прикрылся он, но ничего. Это все, смотрите, как красиво со стороны все смотрится. Так, ребят, что еще хотелось бы сказать? Сейчас я пройду немножечко вперед. Вот такой у меня еще есть почвопокровник. Он будет белой-белой шапочкой. Тоже расцветок. Высота, конечно, не как у мальянника, но в свою очередь он ползет по саду. Будет большой шапочкой. Приобрела я его недавно. Вот. Называется он арабиком. Такая симпатичная вещь. Мне нравится. И вот такой вот. Посмотрите, какая красота. Он, мне кажется, еще меньше почвопокровник, чем мальянник. Называется боровинок. Вот я его себе приобрела. Дождей не было. Погода жаркая. Я его как-то старалась поливать. У нас температура держалась до 30 градусов пару дней, поэтому поливала. Посмотрите, какой расцветок. Сейчас покажу еще такой же вид почвопокровника, только цвета фуксия. Боровиночек. Ну что, пойдемте дальше. Вот, смотрите, каменоломочка у меня такая вот розовая. И вот она белая. Белая еще. На взрыве вот она. Вот-вот. Красивые полянки здесь цветут. Вот она выглядит симпатично. Мне нравится. Альпийской горки у меня нету. Конечно, эти все пущут покровники для альпийских горок. Но я вышла из положения. Сделала себе такой сухой ручей. Вот, посмотрите, травка. Тоже почвопокровная. Не знаю я, честно сказать, как она называется. Почему-то как-то не сдавалась цель узнать. Здесь она у меня уже сидит с тех пор, как мы построили пристройку. Я сидела вот такой искусственный водоем. Ну и, соответственно, искусственную вот из таких вот цветочков, почвопокровников. Да, что по поводу этой травки. Травка. Она секатором очень хорошо стрижется. То есть она, если ей позволить, может зарасти вообще не в определенных объемах. Я ей этого делать не даю, поэтому я ее как-то так вот стригу. Посмотрите. Сегодня май. Такая вот красота. Ну, мы пришли к белому почвопокровнику. Мальянник. Вот он, посмотрите, какая красота. Я его приобрела в том году совсем маленьким-маленьким росточком. И вот рассадила на две большие, на две маленькие, вернее, кучки. Немножечко ошиблась. И вот получилась вот такая у меня красота. Около моей беседки. Дальше, смотрите. Вот он опять мальянник. Такая красота. Вот таким образом я его сделала. Ну и вот здесь тоже. Вот так вот. Уже в этом году я посадила. Решила эту клумбочку тоже засадить. Хочется, чтобы все это было воздушно и красиво. Вот еще разновидность почвопокровника. Я вам до этого показывала. Голубой, низкорослый. А это вот цвет фуксия. Тоже красавчик. Боровинок. И вот такую красоту хочу вам показать. Из мальянника. Посмотрите, какой водопад. Посмотрите, какая красота. Повторюсь. Он неприхотливый. Вот посмотрите, растет на плитке. Все это у меня находится около качелей. Вот ему совершенно все равно, как, в какую сторону ползти. Разрастается в очень больших размерах. Смотрите, вот у меня
Сейчас я вам покажу, как его рассаживать. Я уже это сделала в том году на новой территории своего сада. Буквально секатором вот таким образом отрезаете и где-то половинку прям посередке веточки аккуратненько все это прикапываете в землю и обильненько поливаете. Дело в том, что он не любит большую жару. Растение тенистое. Вот смотрите, если вдруг очень жарко, обязательно его надо полить. Ну что, очень красиво, все мне нравится. Пойдемте на новую половину сада. Я вам покажу еще один пучок покровник. Смотрите, какая красота. У нас 2 дня ветер был, немножечко его повалило. Вот такой флокс шаловидный. Тоже почвопокровником относится. И вот маленький медянчик. Очень хотела, чтобы... Да и до сих пор хочу, чтобы оно у меня по всей плите разошлось. Ну и вот он, еще один флокс. Так рассадила по всей дорожке. Такой вот флокс. Посмотрите, какими шапками. Так вот все, очень даже ничего. Ну и там тоже вот флокс, мальяночки. Все порассадила. Все очень мне нравится. Вот такая вот красота. Ну что, хорошие мои. Сад мой небольшой. Надеюсь, что мое видео будет кому-то полезным. Кто-то вдохновится на новые посадки. На посадки вот таких вот почвопокровников. Ребят, ну правда, очень круто. Очень классно. Конечно, они еще, повторюсь, не на пике цветения. Когда это все зацветает, это просто стоит вот одно красивое облако. Зелени вообще практически нет, потому что цветами все полностью забивается. Ну что, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем вам очень-очень рады. У нас много очень полезной для вас информации. Будем все потихонечку выкладывать. Ну что, ребят, всем пока-пока.